Вау! Я лаву. Наливают. Сейчас он снимет стаканчик. Эту штучку и так. Что снимет? Вау! Вау! Подводный футбол! Подводный футбол! Гол за... Ого! Сколько мацапетов выбрасывают! Это можно бесконечно! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3! Молодец! Спасибо! Ты настоящий искатель приключений! Самое приятное и залипательное видео. Всем привет! Привет, друзья, мы на Валеришка Геймс. Погнали! Что они делают? Они заклеивают машину. Машину заклеивают? Наверное, зачем? Для продажи. Может, они ее помыли. Вау, это что? Это, короче, сначала штукатурку накидал на стену, а сейчас ее лишнее счищает. Блин, ну залипательно так. Ух ты. Сырочек? Ребят, сыр, ты думаешь? Ребят, макароны. Как вы думаете? Не, это сыр, реально. Если макароны. Это реально сыр, только какой-то он цилиндром, что ли, я не знаю. Ну, знаешь, есть такие такой сыры. Ох ты. Это называется, как видят мир белки? Даже такие маленькие деревья подрезают, смотрите, друзья. Они как были какие-то маленькие. Выравнивают. Ого! Сколько мацапетов выбрасывают в утиль, ребята. Ремонт, обожаю, как ровно. Как они так ровно делают, я не знаю. Мальчик, давай лучше. А куда же еще лучше? Гравировка! Смотрите, как клево. А это как? Чем? Это выжигают? Это лазером, наверное. А как они делают так, чтобы прям так так рисуют? Машина выжигает наверху. Специально по программе. Это что, петля? Прибили? Залипательно. Друзья, кто за сегодня больше раз скажет вау? И сколько раз ты? Посчитай, обязательно напиши в конце. Это сейчас будет так, очень классно. Наливают. Сейчас он снимет эту штучку и так. Что снимет? Воу! Обалдеть, ребята, вы видели? Мальчик. Я даже представить не мог. Мальчик играет в орангутанка. Мальчик играет обезьянка. Футбол! Вау! Подводный футбол! Подводный футбол! Гол забила красная рыбка. Шучу, оранжевая, там красных не было. Так, это что, девочка стругает? Прикольно. Мебель. Мебель решила поржать. Как это так? Как они это, как они перепрыгивают, ребята? Вы видели? Наши резиночки вообще отдыхают за гаражами. Это просто... Так, это что у нас? Вырезка. Смотри, как оно отлетает в сторону, прикольно. Да, зачем? Друзья, лайкосик нам поставьте, если вам нравятся такие видосики. Ох ты! Как? Залипашечно. Чего ребята, кто из нас сегодня больше раз залипнет? Тарелочки. Разукрашивают в разные цвета. Видели, у нее так между пальцами три этих было, три кисточки с разной краской. И потом в Спайдермена можно играть? Да. О, это так прикольно. Это маленький графинчик? Я тоже так хочу. Вау! Вот это... Он такой малюсенький был, ребята. Это что такое вылазит? Если подставить туда кое-что, то можно это подумать, что труба это труба что-то нам выделяет. Так. Оу! Это смотрите, запаивается. Температура феном специально, пленка становится послушная и запаивается. Послушная. Газончики. Собираю. У вас больше нет денег на газонный, мы у вас его забираем. Нет, они специально его здесь выращивали, чтобы поселить в другом месте, наверное, друзья. Это как он так, это с канистры рисует? Красивенько. Это что такое? Зажигалка. А, слушайте, классная такая, красивая. Ой, печать на тарелках. Так делаются декоры, друзья, на посуду. Да. Досмотрите до конца сегодняшнюю серию. Напишите, какой прикол или какая залипашка вам сегодня понравилась больше. Это суп? Да это краска какую-то вылил. Надоело. В чем прикол? Я не пон. Смотрите, салон машины закэтян и как отмывают, друзья. Какой он был грязнючий. И такой чистенький стал. Это еще и пленка была. Вот еще, смотрите, нагревание пленки. И она прям принимает идеальную форму барабана. Клево. Под лестницу. Это где Гарри Поттер жил. Ребята, а представьте, не ошибиться немного в размерах, друзья, и оно не влезло. И все заново. Обалдеть. Маленькие печеньки. Друзья, у меня аж слюнки. Кто любит такие печеньки? Мальчик. Ого, это что, мальчик прям не старается. Мальчик прям сразу. Нет, это какой-то... А что, так надо было? Овощ. Он что-то пытается разрезать, что внутри него, он, наверное. Он достает, да, он очищает вот от этого хвостика лишнего. Ой, это что сладкое.
Это как ирис или что-то, я не знаю. Это он струны делает? А, это, наверное, солома, друзья. Для каких-нибудь соломенных изделий, там, для мебели или для соломенных шляпок. Клево. Это так делаются книги, смотрите. Обрезков, типографии. Обалдеть. А, вот почему книги всегда ровные. Да, вот почему книги всегда ровные. А я даже ровную линию нарисовать не могу. Я даже кривую нарисовать не могу. Когда руки не оттуда, друзья, так обычно все и бывает. Так, это о чем делает? Это гигантская расческа? Это ковш экскаватора? Это стружку снимают. Это ручка для двери? Или ручка для напильника, не знаю. А прикинь, ребят, ручная работа по дереву, кому нравится, друзья? А если у кого какие любимые залипашки, друзья, любимые, напишите нам в комментариях. Смотрите, как выбирают яйца одного размера. А потому что, наверное, большие остаются, а маленькие они скидывают с конвейера. Это что, с одеяла? Это с одеяла пух или это с пуховика? Это с одежды? Пуховика, да. Песок. Я не ожидал вообще. Вулкан. Очень клево. Получилось как вулкан. Как это раскаленный металл. Это машину помыли розовой шампунькой. Зачем? Чтобы она была чистая. Мне кажется, от этого розового она только еще грязнее станет. Не, не станет. Не, вот это тут реально нельзя ошибиться, ребята. Представьте, такой кувшин сделать и потом случайно. Ух ты! Цепи! Класс. Или это забор? Забор. Может, это сетка для ворот? Ты бигуди, что ли? Мальчик, ты так быстро делаешь. Это ребята очень быстрые люди. Скорее всего, это китайцы какие-то. Друзья, спасибо каналу, который делает такие видосики. Так, молодцы. Мальчик. Опять лава. Обалдеть. Я не знаю, какая там температура, сколько там сотен или тысяч градусов. Просто жестяк. Если она сплавит, все. Это что, тесто? Оно его выравнивает? А зачем опять? А в чем прикол? Просто сразу делает его ровным. Это называется земляные работы. Как выкопать себе могилу? Тихо, держи кусок земли. Как нарисовать дымочек с домика? Рука с пальцем. Как быстро нарисовать ладонь, друзья? Ох ты! О, ну когда что-то очень хорошо подходит. Да, когда очень что-то хорошо подходит, ребята, прям кайф испытываешь, согласитесь. Прям вау. Да. А вы видели, кстати, у него чертеж? У него по дереву нарисована ручкой, чтобы случайно лобзиком не сломать ничего. Это в краску окунуть. Да, ребят. Обалдеть! Это деревянная краска? Эффект дерева. Она шьет пижаму и себе уже пошила. Посмотрите пайточку. Это что такое? Я не знаю, это печеньки. Формочки? Не, это не печеньки. Зеркало? Это игрушки какие-то. Ребят, кто понимает, что они это такое? Они очень странные. Очень странные какие-то. Ну их красят. Это как грибочки или какая-то... А, это овечки, что ли? Непонятно. Ребята, кто видел вот такие вот рисунки из песка? Может быть, где-то на море. Вот часто очень художники из песка такое делают. Обалдеть. Это от просто, ветра оно шевелится? Это вау. Это можно бесконечно. Потому что никогда не поймешь, когда оно закончится. Никогда. А пока ветер идет. Это вырезка? Это называется что? Это линолеум в дырочку? Это что, ребята? Нет! Если Лера вдруг залипает, ребята, вы же знаете, что делать. Кричите, Лера! Не залипай. Ого, я сейчас сам залипну. Что это такое? Что они делают? Просто дурака валяют. Ребята, это вместо топора. Чтобы дрова не колоть, можно купить вот такую вот штуку, которая просто будет их пронизывать, они будут раскалываться на разные части. Это, ребята, смотрите, по металлу вырезка. Обалдеть, так делаются ножи или вот такие вот кинжалы фигурные, красивые, такие вот ювелирные работы. О, зачем? Что это было? Яблочки! На стружку. Яблочки. Посмотрите, с яйца вы вылили сначала весь белок, а потом желток, в него завернули. И получилось у нас вот такая вот вкусняха. Китайская. Это шоколадное масло? Клево. Не ошибись, мальчик. Обалдеть. А, это как машину моют, да, в Китае. Да, обожаю, когда моют машины. Причем... Я такой даже мойки никогда не видел. Обычно просто машину пропускают по мойке, а это прям мойка вокруг нее ездит, как человек ходит, ребята, видели? Это, наверное, гнут какую-то металлочерепицу или что-то такое. Ой, мальчик. Это же какие-то это... Я не люблю, когда что-то из чего-то вылезает. Ой, какие грязные валенки. Сейчас мы вам помоем, и они у вас станут только чистыми. Дайте нам фиолетовым. Это... Только дайте нам полчаса. $100. Полчаса, дайте $100. Нам. Это стельки для обуви? Да.
Друзья, какая приколюха вам сегодня больше понравится? Да. Обязательно в конце этой серии напишите. И кто из нас сегодня больше раз вау сказал, сколько раз ты, не забудь написать. Чё делать? Так. Ему не понравилось? Не знаю, взял, короче, все, поотрезал лишнее. Зачем? Ох ты, ребята, посмотрите. Да давай уже и окна красть тоже. Что ты там это, аккуратненький такой. Ты там выбираешь? Да, выбираешь. Как он не попадает по окнам? Ребят, я не понимаю. Это что такое? Что это такое? Шелк, наверное. Шелк. Это насекомый, который, наверное, тут вы шелкопряды, ребята. Вот эти бабочки, которые шелковые, делают специальные такие волокна, нити. Очень много таких насекомых нужно, чтобы сделать хотя бы одну ниточку шелка. Обалдеть. Так, это что? Замешивают как краску. Как они так делают? И оно получается, смотрите, какого цвета. Так делаются суши. Роллы и суши, которые мы с вами любим кушать. Рис заворачивают, прижимают. Смотрите, видели, у них даже деревянная с прорезями, да, такая формочка. И они так почикали его. Это глаза, это очки. Это глаза, мои. Очки. Это снимают лишний скотч. Это стена. А это какая-то... Это сейчас будут стельки радужные, как у радужных друзей. Круто, друзья, резиновый для кроссовков или кедов. Кроссовок. Обалдеть. Это дерево. Это когда лень рубить. Да. Надо... Так сразу на 6 частей посмотрите. Это что, пельмешки? А что так быстро? Что так быстро? А что такое было большое, а сейчас такое маленькое? Это гонки на экскаваторах, посмотрите. На комбайнах, друзья. Видели, как он, как этот дрифт, форсаж, ребята, на поворотике. Такой, уи, на ручнике, кия. Такой, и вот так вот сделал, такой повернулся, и все такое, поехали. Это выровняли трубу или что? Это как кирпич прилепить к кроссовку и гулять по лужам. Чтобы быть на несколько миллиметров выше. Зеленая булочка, видели какая? Наверное, какая-то с, я не знаю, с щавеля, с подорожника, фиг, с листиков, с каких-то. Мука. Так, вот еще, это что, булочка? Она линейкой распилилась? Она съедобная. Это как бабалди линейка. Да, это бисквит, смотрите, он внутри с черникой. Не надо! Не сейчас надо. Вода вся прорвет, прорвется, не вода! Надо. Зачем? Зачем ты? Это как сделать у себя во дворе из грязи и какашек водопад? Смотрите. Собственное озеро. Да. Надо делаем озеро. Видели, ребята, какой раскаленный металл, трубу наматывают и делают как хвост дракона, или я не знаю, или это просто пружина огромнейшая. Да, ребят, походу это пружина. Промышленная какая-то, очень-очень мощная. Ребята, обалдеть просто. Красиво. Тесто с ведра. Залипательно. Это будет огромный тортик. А это что такое? Ой, это что-то сладкое, друзья, наверное. Девочка, вкусное. Маш лучше. Так, ребята, кто видел такие рисунки? Может быть, на отдыхе где-то, может быть, у кого-то в городе есть такие художники, которые рисуют баллонами при помощи вот таких вот обычных крышек. Вот такую вот красоту. Это что будет? Это ночь? Посмотрите, как он выводит. А, это еще и горы. Это обалденно ночь. Просто. Просто обалденно. Чувак, ты красава. Все. И лес. Вы видели, ребята, какой лес? Какой лес, он такой... Просто суперовский. И дерево, и веточки. Еще сейчас сову туда посади какую-нибудь, и чтоб волки бегали, выли. И оборотня. Знаешь что, мне кажется, эта картина невозможна. Вау! Зачем он ее сжег? Ребята, чтобы краска, наверное, запеклась и сразу высохла. Класс. И сразу эту картину, чтобы повесить на стену. Какой сегодня прикол вам понравился больше? Напишите в комментариях. Лайкосик нам поставьте. Мы вас очень любим и стараемся только для вас. У нас самый лучший. Всем пока-пока. Не забывайте про наши каналы Валеришка Макс, Team Play Games и Family. И Валерий Кэт и Геймбокс. Под этим роликом внизу все ссылки.